Далее об этих и других событиях более подробно. Финансовый центр Министерства науки и образования приглашает инвесторов на основе ГЧП строить общежитие для студентов и частной школы. В нашем регионе, по оценке финансового центра министерства, в рамках инициированного Ельбасы проекта «5 социальных инициатив» активно ведется работа в этом направлении. Уже построены 3 новых общежития. Отметим, при общежитиях разрешено строить центры услуг, столовые, парикмахерские, тренажерные залы и другие. Кызылординская область по решению данного вопроса участию в проекте стоит на первом месте. К примеру, ИП «Сюеныш» построил общежитие на 414 мест для 2 колледжей, ТО «Димаш» на 330 мест, университет «Булашак» на 372 места. В будущем намечено ввести в эксплуатацию общежитие на 400-500 мест. Вместе с тем, с увеличением детского населения растет спрос на школы. Финансовый центр на основе ГЧП готов оказать поддержку и в строительстве частных школ. Местное бизнес-сообщество заинтересовано в открытии частных школ. Эксперты центра подробно разъяснили им механизмы господдержки.